полностью в отношения с Юлей, да, и это чувство. Почему это мешало тебе погрузиться в Юлю? Не можешь быть с Юлей, пока ты не спросишь разрешения Кристины? Нет, не в этом дело. Мне хотелось с человеком все точки над «и» расставить. Я с ней сейчас поговорю. Подожди, ты сейчас жил с Юлей несколько дней в одной комнате. Это не означает, что вы расставили все точки над «и»? Нет, мы не расставили, потому что продолжалось попытки как-то зацепить меня со стороны Кристины. Хорошо, это она неравнодушна, но тебе-то что? Ну, блин, я тоже не могу быть равнодушным, потому что я с человеком был 4 месяца. И он мне... другая история. Два неравнодушных человека спят по разным кроватям.